эфире национального телевидения «Чуваши» информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина и сегодня в нашем выпуске. Здоровый образ жизни. Глава Чувашии принял участие в заседании рабочей группы Госсовета по развитию туризма, физической культуры и спорта. Из пункта А в пункт Б в Чувашии сдали первую дорогу, отремонтированную по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Извечная проблема отцов и детей в новом прочтении в Русском драматическом театре. Премьера. Сегодня глава Чувашии принял участие в заседании рабочей группы Госсовета по развитию туризма, физической культуры и спорта. Речь шла о предложениях региональных властей для дальнейшей реализации национального проекта. С подробностями из Москвы мой коллега Дмитрий Ковалев. Какую роль должны сыграть региональные власти в развитии физкультуры и спорта? Это ключевой вопрос заседания рабочей группы Госсовета. Задачи, обозначенные в национальном проекте, главы регионов, руководители федеральных ведомств и спортивных федераций обсуждали на Старой площади в администрации президента. Вектор движения был задан майским указом президента страны. В ближайшие годы в спорт необходимо вовлечь более 28 миллионов россиян. Что касается Чувашии, то увеличение числа приверженцев здорового образа жизни давно уже стало общей задачей, отметил глава региона. Массовые спортивные старты в республике приобрели внесезонный характер. В своем сегодняшнем выступлении хочу еще раз подчеркнуть, что мы должны делать. Это касается прежде всего мобилизации людей, организации всех тех ресурсов, которые у нас имеются, тот потенциал. Понятно, у каждого региона свои особенности, ресурсы они всегда есть. И здесь, касаясь управленческой команды, прежде всего, кто занимается по компетенции этими вопросами, этими темами, со спортивным сообществом, должна, конечно, работать на конечный результат, как одна команда. Еще один важный шаг на пути реализации национального проекта – строительство спортивных площадок в шаговой доступности. Этим вплотную занимаются в муниципалитетах республики. Инициативы, реализуемые в Чувашии, предлагают тиражировать. У нас во всех центрах, ФОКах, ВСК организована работа с населением. Поэтому плюс у вас есть серьезные спортивные традиции. И с вашего региона многие взяли примеры. День здоровья, день открытых дверей. Поэтому у вас показатели очень высокие. Вы входите в десятку регионов, которые уже выполнили показатели 2020 года. 44,8% систематически занимающихся. Это для нас примеры. Члены рабочей группы обсудили вопросы финансовой поддержки отрасли. Одно из наиболее таких значимых предложений, которые заслуживают дальнейшего продвижения в области физической культуры и спорта, это переход на подушевое финансирование. Значит, если мы сможем вместе с вами это в значительной степени представить и обоснованно президенту России. Ну а губернаторы предлагают вплотную заняться пропагандой корпоративного спорта, когда сами предприятия организуют у себя всевозможные спартакиады. У каждого региона есть потенциал трудовых коллективов, где есть сильные стороны, слабые стороны. Что предстоит сделать? Необходимо разработать и утвердить единую для всех регионов методику для определения оценки граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом. По-другому говоря, выработать единый подход, единый критерий вовлеченности граждан в физическую культуру и спорт, чтобы у нас была возможность реальной и объективной оценки достижений каждого региона. Все предложения членов рабочей группы рассмотрят на расширенном заседании Госсовета. Доклады о развитии туризма, физкультуры и спорта представят президенту. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов, Республика, из Москвы. Ремонт автомобильной дороги в Урнару-Убеево-Красноармейское завершен. Это первый объект, который отремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Вместе со специалистами протестировала новую автодорогу наш корреспондент Ольга Алексеева. Автодороги, которая проходит через центр Красноармейского района, спокойно и уверенно проезжают владельцы разного транспорта – автомобилисты, мотоциклисты и велосипедисты. После завершения ремонтных работ ездить по дороге – одно удовольствие, делятся они. Дорога новая, хорошая, да, отличная, как в сказке. А раньше невозможно было здесь ездить, грязь, слякоть было, а здесь как в городе.
Хоть город, хоть Красноармейский, разницы нету никакой. Я часто катаюсь на велосипеде, мне новые дороги очень нравятся. Стало легче кататься. А нет теперь мест таких вот холмиков. Очень хорошие дороги. Ну, преобразился район. Эта дорога является основной магистралью, проходящей через Вурнасский и Красноармейский районы. Охватывает более 20 населенных пунктов, где проживают более 5000 жителей. В первую очередь безопасность, второе – это транспорт. Видите, у нас сегодня очень много транспорта. У нас очень такой район большой здесь, и хозяйств у нас много, и завод кирпичный, и другие вот организации. Это очень важную роль играет. Почти 4,5 километра автодороги Вурнары – Убеево-Красноармейская отремонтировали в срок. Испытания, проведенные специалистами, показали соответствие всем требованиям. В рамках ремонта выполнено, значит, фрезерование верхнего слоя, значит, устройство выравнивающего слоя и устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см асфальтобетоном Б3. Марки Б3, значит, и устройство обочин. Обустройство обочин, ну и на всем протяжении ремонт искусственных сооружений. Этот участок дороги отремонтировали первым в рамках национального проекта безопасных и качественных автомобильных дорог. Всего в порядок приведут 28 участков республиканских автодорог общей протяженностью 74 километра. Каждый год мы проводим диагностику дорог республиканского значения. И согласно диагностике мы выстраиваем уже приоритетность, какой очередности каждая дорога должна быть в первую очередь включена в объект строительства или ремонтных работ в целом. Бюджет национального проекта безопасных и качественных автодорог в Чувашии – 17,5 миллиардов рублей. Конечный срок реализации проекта – 31 декабря 2024 года. С появлением новой автомобильной дороги в селе Красноармейском жизнь преобразилась. Автомобилисты, велосипедисты и жители остались довольны. Я сейчас перехожу новую дорогу в самом центре села на высоких каблуках. Вполне удобно и комфортно. Ольга Алексеева, Валерий Редюков, Республика. А новая эстакада Сурского моста готова наполовину. Какие работы сделаны, а какие еще предстоят на объекте федерального значения в нашем материале. Строительный кран поднимает одну из железобетонных балок и установит на опору будущие эстакады. Мостовики выполняют ювелирную работу. Махину длиной 33 метра и весом в 48 тонн нужно аккуратно поставить на свое место. Здесь уже строили дорогу, которую так и не открыли из-за оползней. Эстакада оказалась лучшим решением. Подрядчик приступил к работам в августе прошлого года. 150 строителей работают круглосуточно в две смены. Объект им знаком. Именно мостотряд номер 41 возводил мост через Суру. На сегодняшний день завершены работы по сооружению опор. Ведутся работы по монтажу пролетного строения. Ведутся работы по армированию, бетонированию монолитной плиты. Впереди устройство мостового полотна, гидроизоляция, укладка асфальта. Подрядчик обустроит подъездные пути и построит очистные сооружения. На эстакаде оборудуют системы видеонаблюдения и предупреждения обледенения дороги. Длина эстакады более 700 метров, а стоимость работ – 1,5 миллиарда рублей. Это первый этап большой стройки. Идет параллельно проектирование второй очереди. Вторую очередь Сура. Здесь будет такая же эстакада параллельно. На подъеме будет разворотная петля, чтобы могли люди беспрепятственно проехать в населенные пункты. Надо построить новый мост через Суру. Он будет тоже уникальный. Тот мост, который на сегодняшний день есть, он подлежит демонтажу. Та существующая дорога, которая есть, она подлежит реконструкции. Дадут в июле 2020 года. Дорога будет двуполосной. А к 2024 году планируют построить ее близнеца. Полтора часа на телефоне и более 30 вопросов и ответов. Глава администрации столицы Чувашии провел прямую линию с горожанами. Светлана Маркова, которая живет рядом с Красной площадью, улица Ленинградская, дом 14, первая дозвонилась на прямую линию к Алексею Ладыкову. У нас широкий тротуар. Это историческая часть города. Вот дом наш нам представляет напротив Чувашского драмтеатра. И систематически паркуются автомобили. Вы знаете, вот по 5, по 6, по 8 вот вдоль дома, впритык к дому, выезжает задним ходом, чуть ли не давит людей. На тротуаре автомобили стоят, что ли? Да, на тротуаре. Это такая боль, мы просто боимся вот за жителей, за детей.
Глава администрации совместно с ГИБДД обещал решить вопрос и поставить ограничители на тротуаре, чтобы нарушители просто не смогли въехать на пешеходную зону. Это был не единственный вопрос, связанный с парковками. Житель дома 80 по улице Богдана Хмельницкого рассказал, что он является инвалидом и не может парковаться рядом с домом, потому что там установлен знак «Остановка запрещена». А раньше вместо него был другой «Стоянка запрещена», который разрешает людям с ограниченными возможностями останавливаться в зоне его действия. Жильцы домов около Николаевского рынка пожаловались, что продавцы торгового комплекса заполняют их мусорные контейнеры испорченными овощами и фруктами. Контейнеры освобождаются ежедневно, но в течение дня они опять заполняются рыночными отходами. Лето жаркое, все это гниет, вытекает из контейнеров. Связаться с собственником Николаевского рынка записал себе глава администрации Чебоксар. Как всегда, актуальными были вопросы по поводу строительства детских садов и школ. Звонили из микрорайонов Лента, Садовый. Меня зовут Николай. Хотел уточнить, микрорайон Лента, там будет школа или не будет? По микрорайону Лента действительно много обращений. Мы понимаем, что школа в этом микрорайоне нужна. И в рамках национального проекта «Демография» мы занимаемся проектированием и строительством школ на территории города совместно с правительством республики. В этом году школа микрорайон Волжский 3. Следующая школа, исходя из выделенных федеральных средств, планируется в микрорайоне Садовой, но та следующая в микрорайоне Лента. В сегодняшний день мы занимаемся формированием земельного участка и проектированием. По нашей оценке, начало строительства школы может начаться в 2021 году. В столице Чувашии в этом году будет построено 10 дошкольных образовательных учреждений в рамках национального проекта «Демография». На их возведение из федерального бюджета выделено 516 миллионов рублей. Софинансирование из республиканского – 32 миллиона. Первый детский сад уже открыли в День республики в микрорайоне Соляное. На очереди Садовый, Университетский 2, Новый город, Кувшинка, Солнечный и поселок Сосновка. Дозвонились и обманутые дольщики жилого комплекса «Ривьера». 22-этажный дом на площади Речников должна была построить фирма «Старко». Застройщик обязательства не выполнил. 2014 года там Чебоксар стоит дом, и он уже 5 лет строится, половину только он. 13 этаж только перекрытый, а там 23 должно быть. У нас на территории города несколько проблемных объектов, и мы ведем работу. Работа сложная. На сегодняшний день мы совместно с Минстроем, с компанией «Старко» ищем нового инвестора. Ищем новых партнеров, которые бы зашли на эту площадку и смогли завершить строительство этого дома. Мы надеемся, что в следующем году возобновится строительство. Всего на прямую линию поступило 39 вопросов. Все они будут рассмотрены. Татьяна Трофимова, Борис Андреев, Республика. Сегодня День молодежи. Праздник учредили распоряжением президента России 24 июня 1993 года. В 2019 году 17 человек стали лауреатами государственных молодежных премий Чувашской республики. Вручение наград состоялось на Красной площади в столице. Всего за последние 5 лет на госпремии номинировались 95 человек. Они представляли проекты в сфере образования, здравоохранения, промышленности, волонтерства, окружающей среды. Размер премии от 12,5 до 50 тысяч рублей. Молодежные инициативы всегда активно поддерживаются государством. В Чувашском театре юного зрителя необычная премьера. Коллеги, друзья, знакомые, родственники и зрители увидели первый тираж книги «40 саженей Красной горы», выпущенной в память об известном режиссере, актере и педагоге Иосифе Дмитриеве. Книга – лучший подарок, который можно оставить на память потомкам. Если бы Иосиф Дмитриев успел, он бы собрал ее сам. К сожалению, он ушел в ноябре прошлого года, оставив после значительное творческое наследие и верных друзей. Они подготовили к печати сборник стихов, поэм, статей и интервью мастера, в котором он раскрывается с неожиданной стороны. Всем известно, что Иосиф Дмитриев – первый исполнитель роли Сеспеля. Режиссер, театровед. Многие знали, что он пишет стихи, но лишь увидев его творческое наследие, собранным воедино, читатели осознали, насколько оригинальным поэтом он был. Книга вышла благодаря писателю и драматургу Борису Чиндыкову и художнику Станиславу Михайлову Юхтару, чьи мифологические картины и рисунки удивительно созвучны произведением мастера, родственникам и друзьям. Кстати, сегодня, 27 июня, Иосифу Дмитриеву исполнилось бы 72. В Русском драматическом театре тоже премьера. Под занавес театрального сезона зрителям представили спектакль «Доктор Базаров» по произведению Ивана Тургенева «Отцы и дети». Душевно рад приезду.
Хрестоматийную историю об отцах и детях каждый из нас знает со школьной скамьи. В центре романа Ивана Тургенева конфликт между молодостью, требующей перемен, и опытом зрелого возраста. А режиссер Владимир Красотин взглянул на эту историю под другим углом. В постановке Русского драмтеатра большой акцент делается на главном герое – Базарове. В нем есть что-то ухарское, разболтанное, но нет-нет, да и проскользнет внутренняя печаль обреченности. Он страстно влюбляется в Анну Одинцову, и эта любовь мучительна для самоуверенного нигилиста. Вы не считаете меня достойной вашего доверия. Вы всех нас презираете. Вас я не презираю. И вы это знаете. Ничего я не знаю. А вы заметили во мне сдержанность? Что с вами? Евгений Васильевич. И вы желали узнать причину? Да. Знать, что происходит? Да. И вы не рассердитесь? Нет? Знаете, я люблю вас. Глупо, бездумно. Вот чего вы добились. Евгений! Теперь. Евгений! Теперь. Евгений, вы меня не поняли, Евгений! Я должен извиниться перед вами. В роли Анны Одинцовой актриса Русского драмтеатра Диана Яковлева. Она признается, ей очень близка ее героиня. Свою роль она не играет, а буквально проживает на сцене. Образ Анны Сергеевны Одинцовой очень неоднозначный. Я даже готова к тому, что после спектакля половина зала, может, и не примет эту героиню, но мне очень хочется донести до зрителя, почему Анна Сергеевна стала такой холодной. Мне хочется очень оправдать, чтобы зритель ее понял и принял. Погрузиться в эпоху середины 19 века помогают великолепные костюмы. Их автор – модельер Игорь Дадиани. Специально для этой постановки изготовили и обувь. Декорациями и оформлением сцены занимался главный художник театра Владимир Шведов. А музыку написал заслуженный деятель искусств Чувашии Андрей Галкин. Постановкой «Отцы и дети» 3 июля Русский драматический театр закроет свой 96-й театральный сезон. Галина Титарчук, Борис Андреев, «Республика». Чебоксары – город, который вдохновляет. Знакомые исторические здания, узнаваемые пейзажи, уютные окраины, портреты земляков. Выставка Союза художников Чувашии – подарок чебоксарам и чебоксарцам к предстоящему юбилею. С картин смотрят люди, которых можно встретить на улицах города или даже здесь, прямо на выставке. Мне написала художница, она увидела меня в национальном костюме и заинтересовалась национальным костюмом. Ей стало интересно нарисовать элементы национального костюма и показать их народу. То есть какие бывают еще костюмы, кроме тухи и хушпу, как можно еще завязывать тюрбан. Так столица республики свела на время художника и колоритную модель. Чебоксары своим необычным ландшафтом, рекой и Волгой всегда вдохновляют людей искусства. И каждый из них находит здесь что-то свое. То, что хочется запечатлеть для потомков. Мне нравится игра контрастов. Свет-тень. Это очень, хорошее впечатление производит на публику. Какое-то тепло. Она позитивные эмоции дарит человеку. У каждой картины свой посыл и характер. Эти полотна достойны стать частью праздника. Так объясняют мастера кисти. В экспозицию вошло более 200 работ 78 художников. Среди них живопись, графика, скульптура, резьба по дереву и вышивка. Праздничная выставка «Художники» города Чебоксары расположилась в Чувашском художественном музее и будет работать до конца июля. Ирина Волкова, Алина Сусметова, Валерий Резюков. Республика. Как прекрасно, что... Таким стал этот четверг, 27 июня. Я прощаюсь с вами. До завтра.